На Урале этой ночью неожиданно произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в 130 километрах от Уфы. Люди напуганы, спасатели получили более 500 звонков от жителей Башкирии. Информации о пострадавших нет. При этом в Челябинской области из-за возникших в здании трещин эвакуировали персонал и пациентов больницы. Предприятия работают в обычном режиме. МЧС создает рабочие группы по проверке социально значимых объектов и жилых домов, передает региональное управление ведомства. За ситуацией следит Центр управления в кризисных ситуациях по Башкирии.